have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки Мини-Моторвайс, и сегодня в деликах у нас Манила, которая нас к себе манила. Я думаю, мы зайдем, здесь выглядит интересно, ну-ка давайте посмотрим. Round 2 double, one pause awarded, хорошо. Only motor, start with one motor and offer, ага, дважды больше кругов и... Только один моторвей, их больше не будет. Интересно. Но опять же, это челлендж, поэтому поехали. Я думаю, будет интересно смотреть. Кстати, да-да-да, знаю, спасибо. Те, кто писали, что рандабаут занимает там 5 клеточек и всякое такое, я это прекрасно понимаю, что это, опять же, некий такой игровой нюанс, который ты никак не изменишь. Но просто они-то бывают разные, эти круги, кольцевые движения, они бывают огромные, бывают многополосные, а бывают совсем-совсем махонькие. Вот те, которые совсем-совсем махонькие, они величины прям реально просто как обычный перекресток. Я это говорю из собственного опыта. Я один раз жил в городе, скажем так, пару лет я в этом городе провел, мне нужно было по работе, и потом просто остался на некоторое время. Городочек был небольшой, но очень-очень-очень туристический. Там как бы вот половина города это были гостиницы, вторая половина города это те, кто работают в гостиницах. А вот, также это было очень-очень-очень много лет назад, но дело не в этом. В этом городе был всего лишь один светофор. Один, единственный светофор. И то я узнал о нем уже на второй год проживания. Потому что все, что я видел по пути с работы на работу, пока я путешествовал по городу и всякое такое, каждый перекресток, прям каждый перекресток был исключительно roundabout, был исключительно круг. И многие из них были просто крошечные, потому что движение было там, допустим, или односторонним, или что-то такое. Поэтому не было никакой абсолютно проблемы для того, чтобы создать эти маленькие кружки движения. И вот этот круг, ну не то чтобы круг, а вот этот перекресток, который у нас сейчас есть, там круг спокойно бы вместился просто в одну клеточку. Я не говорю, что игра должна быть достоверной, я понимаю, что здесь это абсолютно по-другому, но просто иногда, не иногда, ладно, достаточно часто я задаюсь вопросом, а какого фига, почему вы так сделали? Перекресток, ну, светофорный перекресток, я могу прямо сюда впихнуть, чтобы люди ездили и пользовались светофором, но при этом не могу впихнуть, у меня, кстати, 2 моста сходу, при этом не могу впихнуть кольцо, потому что кольцо каким-то образом, даже однополосное, у нас занимает 5 колец, ну, в смысле, 5 этих поинтов. А 2 рандепаута, 2 трафик. Давайте вот это возьму, потому что трафик лайт я сейчас не хочу. Строим мосты. Яй ты. Никакой поэзии. Вот, ну вот, на самом деле, оно же отлично вместилось сюда. Давайте. Я даже желтых выведу вот сюда вот. Чтобы они ехали не сразу на круг, а чтобы они выезжали, объезжали, чтобы все красиво было. Они отлично разъезжаются, практически не теряя скорости. Ну, замечательно же. Что-то я не знаю. Подождите секундочку, ребят. Я зашел еще раз побаловаться там со звуком. Там какой-то... Я не знаю, баг, не баг. Ну, типа, когда ты листаешь вниз, оно листается вниз хорошо. Когда ты листаешь вверх, пока ты не упираешься в фул, ничего не происходит. А когда ты уперся в фул, то, продолжая кликать вперед, у тебя начинает появляться, типа, звук. По-моему, такого не должно быть. Ладно, я надеюсь, что не это... Не запорол звук на эту серию. Узнаем об этом минут, наверное, через 40-50, когда серия закончится. Знаете что? Подождите еще секундочку. Ладно. Я не понимаю, в чем была проблема сделать
просто нормальный ползунок со звуком. Я напомню, что здесь ну, у тебя звук или полный, или тихо, или тише, или выключен. Но как я сейчас еще раз туда-сюда его потыкал, оно еще и докидывается с опозданием. Это не баг какой-то, а вот ты тыкнул больше звука, и оно потихонечку поднимается, а не сразу переключает тебя на тот же уровень. Если ты два раза подряд тыкнул, тебе кажется, что ничего не поменялось, а потом оно поднимается на две ступени. Игра мне нравится, все хорошо, все нормально, но вот эта фишка со звуком — это одна из самых отвратительных вещей в опциях, которые я в принципе видел во всех играх за все время существования этого канала. Черт побери, да, даже за всю мою игровую карьеру, потому что, ну, это просто за гранью добра и зла. Да ты издеваешься. Не, дружок, а сколько у меня 42 тайла осталось? Да я тебя сейчас построю, подожди. С отдельным поселением, с блэкджеком, знаешь ли, и мамзелями. Да-да-да, сейчас будет. Сейчас, не нервничай. А тебе? Так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все, супер. Пока что. У меня осталось 0 плиток. Супер. Есть! Одно отвоевал. А погоди, а синие и голубые — это не одно и то же, да? Блин, это разные. Ладно, фиг с вами. Я только сейчас понял. Ну, на самом деле, не самый лучший выбор цветов. Ну, что есть, то есть. А может быть... Ну нет, оставим пока что как есть. Опять же, пока что. Вот так вот сделаем. Красные пока что едут снизу, им ничего не мешает. У нас суббота, скоро мне 20 плиточек вкинут. А можно еще один мост? На самом деле не то, что прям удобно, то что оно... Сейчас, нам надо это все будет как-то переоформить. Желтые пока пусть ездят, их вроде хватает. А светофоры не надо, я, наверное, просто 30 плиток возьму. У меня еще есть 3 круга, у меня, в принципе, люди живут. Объединим эти системы. Чувак развернулся, уехал. Так, ты у нас будешь выезжать на общую дорогу. Тут одну плиточку сэкономим. Ты у нас будешь выезжать сюда и ехать к желтому. Через круг далеко, неудобно. Но это будет как запасной вариант у нас. Попробуем немножко сэкономить. Желтый будет выезжать сюда. Вот это немножечко сэкономим. Теперь... У нас вроде как пока что никто не дерется из-за трафика. Мост, пожалуйста. А... Ну я живу, убрал, уедь, пожалуйста, отсюда. Мне поставить мост надо. Серьезно, ты его не уберешь, пока он не уедет обратно? Игра, ты долбанулась об стену, пожалуйста, убери отсюда мост нахрен. Че это сейчас было за подстава? Yeah.
Вот так вот сделаем. Нет, серьезно, это было просто сейчас максимально. Пока уедет, пока развернется, пока подумает. Хорошо, конечно. Жить без мозгов. Не, ну так нельзя. А, вот, мост, короче, да, давайте. Блин, а мост один дают. Подожди, они же тут никак не соединяются, да? Вот, все, поехали. Я такой смотрю, не едут. Я такой, чё? Давай сюда тоже. А я сюда не могу его вклеить. Ну, блин, хорошо. Спасибо, экран. Еще один торговый центр. Ну что, мне сейчас на него мост тратить? Или кучу плиток. Ну, типа, пусть едут, наверное. Сюда надо, значит, да? Да, давай. Все сюда. Надо какой-то экспресс-вей найти, чтобы они туда ездили. Неудобно, прям вообще неудобно. Может поставить сюда я как раз, да? Давайте сюда. И все, что здесь потом будет появляться, оно нам потом скажет спасибо. Так, значит, вот это сюда. Это нафиг убираем. Это вот так. Все. Должно быть красиво и симпатично. То есть я просто ожидаю, что этим хайвеем потом будут пользоваться. Я его использую сейчас, в том числе и как мост. Вот сюда на. Ай, блин. Сюда его не могу поставить. У меня здесь затор потом будет. Так, вот светофоры, да, давай. Красный сюда. Светофор, пожалуйста. Он туда не поставился, да? Да, он туда не поставился. Красота. Нет, у тебя будет свой подъезд с блэкджеком. Да, имамзелем это угадал. И красные вообще будут ездить сюда. Я думаю, это наш выход пока что. Да, у нас здесь уже заторы. Это прям некрасиво. Супер. Это сюда идет в эту сторону, это идет в эту сторону. А на самом деле печально, что я не могу ставить развязки, знаете, там такие с выездами на шоссе. Ну, как бы. Некоторые вещи достаточно перекрыты, к сожалению. Давайте я вот это сюда уберу нафиг. Вот этот кусок дороги. Может, здесь светофор влепим? Да, давай. Потому что у них там трудности с выездом. И сюда тоже. Ну вот, вроде как-то что-то где-то работает. Так, тебя сюда. Тебя туда. Все в порядке, все хорошо. Так.
нам дают... Я взял бы мост. Закончились, кстати, светофоры, но это я смогу где-то еще... Блин, а мне все закончилось. У меня два моста зато. Слушайте, два моста. Да? Подождите, этим нужно будет аккуратно воспользоваться там, где надо. Вот так вот сделаем. Мы можем один мост растрынкать, все равно у нас еще один останется, но мы снимем немножечко сейчас нагрузку, чтобы они все не через низ ехали, а через верх. И тогда мы красных туда повтыкаем немножечко. И вообще будет неплохо. Так. Сорян, ребят. Пишут. Итак, у нас... О, у нас желтый, кстати, появился, который никуда не хочет... Ну, не хочет ехать, он не может ехать. Мы его не привязали к системе. Красный. И давай на эту же дорожку будешь выезжать, так будет проще. Ну, нам тогда, по идее, его проще сюда подвязать. Тут будет перекресток, но он не особо забитый, и оно будет нормально туда ехать. Вот так вот сделаем. Может, нам красных как-то перегруппировать вот в эту, на эту сторону? О. Давайте мы для них сделаем отдельную объездную сюда, чтобы они ехали сразу к себе домой. И для этого красного. Ну, это мы вообще отдельную дорожку сделаем. Нам надо рассредоточить немножечко, чтобы некоторые через серединку ехали, чтобы некоторые хрен знает куда ехали. В общем, так, 26 плиточек, пока что живем. Мне нужно взять будет что-то. Синих сюда, но синие будут ехать все так же по хайвею, уезжать просто сюда. Им будет нормально. Мост 20 плиток берем. Что плиток нам... Ох, здрасте, плиток нам хватает. А мостик лишний не будет. Нам, в принципе, нужно теперь светофоры брать, и рандебауты, и всякое такое, потому что, ну, не хватает их теперь. Слушайте, а у нас он красный и желтый. Но они разъезжают... У них есть там пробочка небольшая, конечно, но они разъезжаются. За что им огромное спасибо. Они пока не разосрались там, они нормально ездят. Даже на светофорах пробок нету. Удивительно. Мне бы вот сюда вот так, да, какой-то регулятор движения, потому что они там плохо разъезжаются. И я не могу туда скинуть еще больше красных, потому что будет плохо. Короче, дайте мне светофор сейчас, в четверг. Я надеюсь, что в четверг мне дадут светофор. Давайте красные сюда будут через этот мостик еще ездить наверх прямо, да? Не через... Что у нас там появилось? А, желтые появились. Желтого сюда. Не, я вот этот мост пока убирать не буду. Блин, жаль, конечно, но пусть они лучше двумя мостами пользуются. Хоть часть красного трафика будет уходить сюда. Вот этого красного тоже отсюда отрежем, пусть идет нафиг. Так, а у нас тут еще красный не подключен. Понял тебя, этот подключается прямо сюда сразу. Ну, давайте, что ли, воскресенье, давайте скорей. Желтый торговый центр, отлично, офигенно. Еще один мост тратим. А, нет, я пошутил, не сюда, вот сюда. И, так, два рандеба... Да, давай.
Он у нас пойдет. Блин, я его сюда не могу хреначить. Никуда тут сверху не могу его потратить. Тоже хорошо. Сюда мне он не нужен. Ладно, тогда подождем. Желтый neighborhood у нас будет отдельный. Так, синие, голубые, отлично. Красные. На выезд туда же. Хорошо, хорошо. А что ты тогда? Возьми себе отдельный выезд. Есть. Этот появился сам на месте. Отлично. Так, у нас проблема здесь будет, да? Да. Неминуемая, да, проблема? Неразминуемая. А может быть... Давайте мы этот нафиг мост снесем. Им все равно сейчас практически никто уже не пользуется. Они все равно все наверх едут. А, давайте мы тогда... Ты иди отсюда. А ты... Вот так пойдет. Охренеть, сколько у вас тут появилось. Сколько? 39 плиток. Живем пока что. Зеленых сюда позакреначиваем. Ну, проблема. Видите, я их сюда никак не закину, потому что... И сюда я его никак не закину. Те места, которые проблемные, которые... А светофор... О, давайте еще два светофора. Мне нужно светофоров понакидать, во-первых, на вот это место. Во-вторых, не буду никуда ставить. Ну, блин. Ну, зеленые с красными, им нужно как-то... Они сюда ехать не хотят. Вот в чем проблема. Уберись нафиг. Нормально, мы вроде их перекинули немножечко. Ну, немножечко, это не значит, что проблема решена. Но они, по крайней мере, получат сейчас прямое течение вокруг. А, что у меня там есть? Я вот там тоже поставить не могу, отлично. Ребят, вы можете быстрее ехать? Красный торговый центр тоже скоро лопнут. Тут все желтые, красные, все стали в пробке, отлично. Так, мост 30, мост 20. Так, хорошо. Не очень хорошо, но ладно, хорошо. Вроде как что-то где-то разгребли. Давай сюда светофор поставим. Здесь у нас тоже не очень красиво.
Там чувак на красный проехал, или мне показалось? Ладно, по-моему, ситуацию мы уже не спасем. Пока я откачивал вот это зеленый, кстати, мне его получилось откачать, то здесь у нас случилась катастрофа с... Зачем ты мост потратил на это? С красными торговыми центрами. В принципе, со всеми. С синими, с красными, с желтыми, с синими. Ну, на самом деле, не так уж и плохо. 1200 практически человек мы обслужили. Вот это уже не спасается. Здесь уже просто трындец. Оно сейчас один из них лопнет. Пока ты эффективно решаешь проблему там с одним, то... Блин, они стали в очереди на хайвей. Серьезно? Daily Challenge. Хорошо. Ну, на самом деле, меня все устраивает. Поехали посмотрим, что у нас там будет дальше. Минуточку, а Нью-Йорк? А, мы еще в Нью-Йорке? Давайте в Нью-Йорк сходим. Дар-эс-салам. Мы в следующий раз захватим. А сегодня поедем, посмотрим Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Тут у нас будет ЖД. Это Централ Парк? Подожди, если так, то мне нужно постараться его не трогать. Но все равно я его размотаю. И бы мне этого не хотелось делать, но я его все равно размотаю, печалька. О, да. Мы сейчас постоим, подождем, потом мы поедем. Ой, блин, это будет долго, ладно. А что у нас есть? У нас 29 тайлов и 2 моста. Гудзон. Чудо на Гудзоне. Будем совершать сегодня чудо на Гудзоне? У нас нет самолета. Блин, у нас есть игра про поезда, есть игра про автомобили и нет про самолеты. Знаете, это самолетом, поездом и автомобилем. Кто, кстати, смотрел? Что вы думаете про этот фильм? Просто, ну, мне он очень нравится. Это тот самый фильм, когда ты в одном возрасте ты считаешь, что это комедия, а потом, когда ты в другом возрасте, ты считаешь... Это что-то все как-то не смешно. Вот. К тому же Джон Кэнди. Офигенный чувак, офигенный актер. Так что... Ну, там, на самом деле, не только он, там прям вся команда... крутые, но вот просто как подметить. Так, делаем пока что отдельно. Зеленый отдельно. Это оранжевый? Это какой? Это поп... Давайте, ребят, знатоки цветов, рассказывайте. Насколько это оранжевый, насколько я слепошар, если я не вижу, что это коралловый, например, или какой-нибудь терракот. Не, погодите, коралловый и терракотовый — это оттенки розового, да? Потому что, кстати, есть еще такая штука, как игра теней. То есть ты видишь солнечную сторону, и ты видишь... Блин, а почему я это раньше не замечал? Давайте посмотрим. Здесь тени вообще движутся? Здесь происходит смена... Нет, здесь не происходит смена дня и ночи. Здесь тени фиксированные. Я только об этом подумал, и тут же поймал себя на мысли, что типа... Так, хорошо. Берем рунпаут и эти... Многоножечка поползла. А зачем ты сюда заспавнился? Нам сюда, дружище. Взял в соседний райончик, втырился. А. Зеленый у нас отдельно, оранжевый отдельно. Может быть, зеленый — это вообще гетто. Да, мы же в Нью-Йорке. Бэнг-бэнг. Давайте рассуждать здраво. Игра нам не будет давать дома и торговые центры на месте этого парка. Этот парк мы можем разрушить только собственными дорогами, если мы будем строить. Значит, если мы не будем их строить, значит, теоретически у нас все будет в ажуре, правильно? Черт, она нам не дает возможности строить выше. Ну не надо, игра, ну...
А, я не могу строить через этот парк! Хо-хо-хо-хо-хо! Погоди, это интересно. Да. Я физически не... Значит, этот Central Park, он у нас обязательный. И мне игра просто не разрешает его... Расширьте мне тогда границу, чтобы я мог его обойти. Границу строительства мне же расширят. Это же не все, что у меня есть. В общем, чекайте. Вот это пока что верхняя граница. Сейчас, если экранчик еще отъедет, если мне дадут еще клеточек, я тогда вот так вот пущу по верху отдельно. Мне кажется, игра отъезжает, да? Смотрите, деревья сбоку выплывают потихонечку. Мне разрешат строить больше? Сбоку появилось. Так, хорошо. Что на этот раз мне выделят бюджет? Мост, два... Я возьму два светофора, потому что один мост... Нет, два моста у меня есть. Это не так уж и много, но они у меня есть, а светофоров у меня нету вообще. Мне на самом деле не нравится, как они в этот раз... Ну, не в этот раз, а в принципе в этой игре работают. То есть, по идее, эта штука должна как-то упорядочивать движение, разруливать пробки. Ну, блин, ну прям вот как-то... Работает не так, как мне хотелось бы. Я уже не знаю, это баг или фича. О, привезли. Так, розовый торговый центр у нас выполз. Почему-то с выходом вообще в другую сторону. Кто его строил, блин, руки ему поотрывать. Дружище, ну придется вот так вот соединять их. Ничего не... Блин, как-то оно все отвратительно так разбросано, фу. Вы чё? Так нельзя. Нет, тогда выезд отсюда ж будет в эту сторону. А ты будешь ехать сюда, чтобы они не сталкивались друг с другом. На, держи. Сюда поедешь. А ты сюда поедешь. Все, вроде всех раскидали. Ну ладно, вот мы интегрировали зеленую систему, так скажем. Видите? Теперь можно. Почему сразу нельзя было? А, тогда... Я же их убрал. А, пока ты поедешь, сколько там, кстати, тайлс было? Пока он поедет, пока он уберет, пока я постарею, блин. Все, отлично. Ну, тогда, чтобы розовые туда наверх все ездили. Хорошо. Блин, у меня тайлс нет, у меня есть рандбат. Я возьму 30 тайлс. Оранжевые будут подъезжать снизу, розовые будут подъезжать сверху, и они будут тут же распределяться. И в принципе у нас никаких терок тогда с этим не будет. Зеленый вообще находится в своей экосистеме. Вот так вот сделаем, наверное. И тебя вообще в эту сторону, чтобы ты не занимал место. А тебя в эту. Зеленый. Зеленого сюда, наверное, надо будет. Ну вот как-то так. Мне кажется, что это будет более продуктивно. Да, давайте, давайте. Розовые у нас, в принципе, справляются. Давайте тут еще сделаем кусочек дороги.
чтобы эти сразу сюда выезжали, чтобы им не пришлось петлять. Тогда мне зачем вот эта верхняя часть? Правильно, незачем. Да, кстати, об этом. Но я его никак не умею... Стой, раз. А, да? Не, стой. Не надо. Одним мостом обойдемся. Вот так вот сделаем. Ну что, там пускать два моста что-то слишком жирно будет, мне кажется. Блин, розовым на самом деле переться через весь город. Вот, как-то оно прям... О, моторвей. Да, давайте возьмем. Мне бы, наверное, эту розовую общину соединить. Ладно. Давайте будем посмотреть. У нас вокзальный торговый центр не так сильно наполняется. Возможно, мы можем пока что провтыкать немножечко. Здрасте. Да. Мне этого так не хватало. Но мне кажется, тогда вот так у нас с зеленым проще будет снизу ездить сюда. Угу. Вроде как нормально пока что. Или они все равно через... Сейчас посмотрим, сколько людей будут пользоваться этой дорогой вообще. Он один какой-то там чувак проехал, но на самом деле дорога не особо популярная, я смотрю. А, ну давайте тогда вот так сделаем. Тут у нас не очень перекресточек красивый, да? Давайте мы на светофор его поставим. Постараемся немножечко облегчить движение. Знаете, как когда-то Джереми Кларксон сказал, что поворот направо на красный свет – это единственная хорошая вещь, которая дала Америка европейской цивилизации дорожной. Блин, кстати, еще один моторвей. Не, я на самом деле возьму Тайлз, потому что мне нужен мост, мне нужен... А вот, кстати, у нас и проблема приехала. Серьезно? Серьезно, блин? Аж вот так вот ехать? И я не... О, знаете, могу ниже. Стой, 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 дурачок. В смысле, мяу. Ну, то есть вот так вот будем ехать, все. Я потрачу один мост, потрачу дофига плиток, но оно будет efficient, как говорится, да? Так, розовый еще один сюда будет выезжать. А может тогда... Не, хватает. Эти розовые сюда будут выезжать, если надо будет. Хорошо. Просто построим два моста, смотрите, один мост ЖД будет, а один мост будет эстакадный, будет красиво.
Знаете, вот это вот ощущение, когда ты едешь, например, на машине, ну, есть двухэтажные мосты, где у тебя снизу поезд, а сверху автомобиль, а есть вот такие вот, когда два моста рядом, и ты едешь на машине, и ты видишь, как рядом по другому мосту едет поезд, или наоборот, лежишь ты такой себе в купешке, как барин, выглядываешь в окошечко, и видишь, как там вот эти вот на машинах суетятся, а ты едешь с кондиционером, попиваешь чаечек, красота. Так, зеленые, фиолетовые... Мне на самом деле-то и Motorway пока что ставить-то не особо-то куда-то, да? Да. Так что подождем. Как раз тот самый момент, когда ты хочешь сказать, ну, я бы что-то сделал, но нету пробок, и потом думаешь, вот я сейчас скажу, нету пробок, как накаркаешь, как появятся пробки, вообще хорошо будет. Ну, для Нью-Йорка пока что это не похоже на Нью-Йорк. То есть это похоже на какое-нибудь село с хорошими торговыми центрами, да. Но вот это движение, это не нью-йоркское движение. Это надо, чтобы люди там сигналили, как в Индии просто, 500 бипов в секунду. Возьму второй, пусть будет. Если я возьму второй, мне не жалко будет тратить первый. Давайте так на это посмотрим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А куда бы я его на самом деле хотел бы... Никуда бы не хотел. Желтые просто... Ну, желтых на самом деле у них все просто. Тут даже светофор ставить не придется. Слушайте. А может... Извиняюсь. Прям напал. Может быть, как раз для желтых и сделать через весь этот... Но они пока не забивают эфир, понимаете? Там хоть торговый центр большой и появился, но он один, и он далеко, и к нему идет прямая дорога. Там не должно быть проблем. Проблемы у меня потихонечку, я смотрю, могут появиться с розами, потому что они разбросаны, как просто сопли по экрану. Но это уже другое дело. Желтые, оранжевые... Синим тоже все хорошо. Да. Угу. Едьте. Плодитесь и размножайтесь. А как мне... Сейчас посмотрим, куда поеду. Блин, на самом деле, почему эта тактика мне не пришла в голову сразу? Просто посмотреть, куда едут синие, и потом уже решить, нужно ли нам все это. Для зеленых надо вот здесь создать окошко. Розовый, отлично. Не проще ли было бы синему поехать... У меня сколько мостов? Один. Не проще. Будем сейчас думать, как оно подходит и нам не подходит. Может быть, если придется разгружать синих, то я туда как раз и поставлю. Может, и не поставлю. Будете пользоваться этой дорогой или нет? Так, тут заминка, но тут заминка исключительно из-за... Нет, ты сюда выезжать будешь, дружочек. Эта дорога должна быть свободна, не должна быть для выезда. Вот этот синий куда сейчас поедет? Да, синие едут через верх. Отлично. Просто замечательно. Все синие едут через верх. Получается, нижним мостом сейчас вообще никто не будет пользоваться. Наверное. Давайте вот здесь проезд сделаем. Я не знаю зачем, но ладно. Я не уверен, что им будут пользоваться. Желтые прям... О, желтые зачастили. Зеленый. Торговый центр. Розовые этой дорогой будут пользоваться для нижнего торгового центра. Угу.
Вот так вот пока сделаем. Чтобы зеленые смогли снизу проехать. А потом, если у нас будет варик... Ахахак. Это печально. И сюда кучу желтых просто втыкиваем. Слушайте, неплохое решение. 400 человек. А какая была до этого ачивка? Блин, я не посмотрел, сорян. Наверное, потом на записи уже гляну. То у меня один хайвей. Сейчас посмотрим, если мне нужен будет другой. Мне, наверное, нужен будет другой. А я возьму себе еще и мостик, наверное. А хайвей я вкину отсюда до сюда. Ну, как-то так-то. Желтых как раз, чтобы они аж туда вот все, вот прям вот много их было. Офигеть, сколько их тут вылупилось, этих желтых. Ну, пожалуй, это был, кстати, правильный выбор. Часть из них будет по хайвею уезжать, забирать там, а часть будет здесь. Розовые стали пользоваться хайвеем для дальних торговых центров. Приятно, спасибо. Синий. Вот так вот сделаем. Блин, тут для ЖД просто ад сейчас, да? 495. На самом деле, сколько нам нужно было? 400 человек перевести или 500? Я не помню эту цифру. А, так, у нас есть еще один светофорчик и еще один мост, который... На самом деле, я бы поставил вот, наверное... А, у меня плиток нету, да, забей. Сейчас будет... Сейчас будет воскресенье, получу плитки, тогда немножечко переделаю здесь мост и то, что творится. Потому что вот этим мостом сейчас практически... Извиняюсь, практически никто не пользуется. Но если я уберу его сейчас, то это будет проблема, наверное. Оранжевые, супер. Наверное, сто... Ага. Ну да. Просто 30 плиток. Вот так вот надо мостик поставить. И вот тут, наверное, провести дорожечку еще одну, чтобы приезжали сюда... Еще и по хайвею. Блин, оранжевые сюда не будут по хайвею ездить, да? Это печально. Так, 30 плиток. Это убираем. Оранжевые просто сюда по мосту сейчас будут приезжать. Супер. Что у меня остался? Один светофор и один это. Так. Желтый. Да просто сюда его. Я не думаю, что это сделает им какую-то погоду. Синий дополнительный. Ох, у нас тут оранжевых, кстати, появилось. Хорошо. Они, по крайней мере, поближе. Пробок у нас пока что нигде особо больших не наблюдается. Запаров по торговым центрам вроде тоже. Вон у желтых немножечко там трабл. Там большой торговый центр и... Типа там есть от чего подзапариться. Смотрим.
как сделано? Тут если, в принципе, ты домик какой-то не подсоединишь, то ничего не останется. Надо как раз именно следить за торговыми центрами, чтобы они были подсоединены. Вот сейчас это немножечко больше похоже на Нью-Йорк. Все еще нет, но уже больше. Хайвеями пользуются, не так активно, как, наверное, хотелось бы, но ими пользуются. Трафик по городу, в принципе, тоже идет. А, в общем-то, оно как получается, если не запускать, чтобы сильные накопления были в самих торговых центрах, то и трафика будет меньше. То есть, я так понимаю, что это как раз и есть выигрышная стратегия, чтобы оно развозило у тебя сразу все, и чтобы тебе не приходилось потом страдать из-за этого. Возьму-ка roundabout. Не знаю пока, куда его втыкнуть. Посмотрим, будут у нас проблемные места. И решит ли он нам эти самые проблемные места. Пока что улыбаемся и машем. Вот эти вот, смотрите, поезд привозит сразу уже по 3 человека. Сразу же вот эти торговые центры становятся заполненными. Так. Розовые у нас появлялись. Еще один розовый в неизвестно где. Оранжевый сюда, зеленый сюда. Вроде как втыкнули все. Нет, не все. Прям сюда его вшарашим, чтобы он прям ездил. Синий. Синий. Розовый. Ну вот, игра резко подкрутила градуса, и теперь стало жарко. Теперь у меня опять не хватает тайлов, у меня горит все, что может гореть. Все кипит и все сырое. Ну, смотрите, на желтом... У желтых резко стало дофигища трафика, потому что они едут сюда в огромный этот торговый центр. Смотрите, а что если... Ага. Хрен тут еще поставлю. Ладно, я готов получить еще один этот хайвей. Я готов, давайте, hit me. Ага, сейчас. Ну, блин, давай тогда мостик лишний возьму. Лишним, как говорится, ж не будет, правильно? Розовые сюда через мост, сюда, желтые. У нас вот эта линия внизу достаточно сильно нагружена, там все желтые поселения. У нас хоть и есть туда хайвей, но он идет к тем двум торговым центрам. А большой у нас здесь. Кстати, возможно, с этим надо что-то делать. Вот так пока что сделаем. Ну вот, кстати, этот тоже перерос в большой торговый центр, нормально. Что у нас там еще по карте? Вот розовые тут появились. Желтый. А если ничего не сделал, мне придется его сюда вот в обход пихать. О, 1000 человек. Слушайте, быстренько. Ну, на самом деле не быстренько, я просто пока был занят, не заметил, как 1000 человек мы перекидали. Хорошо. Ну, то есть, видите, они все-таки дают ачивку на 400 и дают ачивку на 1000, поэтому 1000 это есть некий наш такой, некое то место, где мы хотим оказаться. Еще один. Но туда, по крайней мере, есть хайвей, поэтому там можно...
особо не бздеть. Я думаю, туда они не успеют доехать. Розовые, смотрите. На самом деле, мне кажется, что розовые тупо не справляются. Они едут, да, они красавчики. Они пожарко, но... Но нет, блин. Их мало. Они пока аж доезжают, пока доедут. Это торговый центр переполняется. Блин. Мне нужен сейчас хайвей, ребят. Давайте, пожалуйста, в воскресенье дайте мне хайвей забрать. Я тогда решу проблему розовую. Раз и навсегда. Спасибо. Давай, пошел. Поехали, 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 розовые, зашевелились. Давайте скорее разгребайте их. Еще розовые, конечно, сверху есть, но мне кажется, что вот это вот оно сейчас немножко поважнее будет. А вот здесь можно, кстати, пустить, наверное, отдельную дорожку не через райончик, а напрямую, чтобы люди сюда ездили. А туда... Рандебаут у меня нету, отлично. Сюда поставить светофор. Ну, sounds like a plan. Зеленого надо подключить, синего. Синий. Почему синий? А, пофиг, короче. Они просто уже начинают давать типа рандомные цвета и на, живи с этим. Если у тебя была какая-то инфраструктура, радуйся, не было, ну, короче, она будет тебе как спица дополнительно ненужная совсем. Так, вроде синие разгребают, розовую проблему мы решили, зеленые едут, и они даже, по-моему, справляются. Вот это вот слева, здесь синий райончик с хайвеем. Прикиньте, у кого-то прямо над домом проходит хайвей. Вот ему хорошо живется. Попробуем вот так сделать. У нас что-то не подключено или... Не, вроде пока все работает, кстати. Поезд приехал, выгрузил, моментально создал нам проблему. Синие поприезжали. Так, мост... Нет, два моста у нас есть. Давайте 30 плиточек. Я бы, кстати, на самом деле создал бы вот еще вот такую вот штуку. Посмотрим, будет ли ее кто-то сейчас пользоваться или нет. Если нет, я уберу, но мне кажется, оно бы пользовалось спросом. Я понимаю, что там буквально сверху есть развязка мостов, которой можно бы... Нет, оно создает только видимость, к сожалению, того, что это помогает. На самом деле этим никто не пользуется. Значит, сносим. Все, что бесполезно, жить не должно. Логика такова. Так, у нас тут появляются новые домики. Фидеры. Так, сюда. Давайте, может, отдельный перекресток создадим тогда. Синего сюда вкидываем. Синие сами в себе же запутались. Смотрите, блин, это проблема. Оранжевых сюда же. Ну, можно, кстати, сюда же подключить. Чтобы у нас выезд
из стоянки и заезд на шоссе не происходил с одной и той же клетки. Мне кажется, это было бы правильно, да? Блин, 1600 человек, на самом деле неплохо. По моим же собственным меркам. Дайте мне еще один хайвей вот тут наверх. Блин, каким образом у меня все позаканчивалось? Ну, как бы, понятно каким, я все потратил. Ну, да, спасибо. Хорошо, давайте два светофора, я не против. Большой зеленый торговый центр. Ну, вроде порастаскивали. Даже вон те розовые, которые поезд привозит, даже вроде с этим справляются. Хорошо. То есть поезд у нас практически как двойная преграда, потому что с одной стороны он нам затрудняет движение, он как желтым сейчас, например, из-за того, что они не могут туда проехать по-нормальному. А во-вторых, потому что он еще привозит два полных торговых центра, вон там вот, которые стоят, и все. Иди сюда, у тебя будет отдельный въезд. Все мечтают об отдельном въезде, да? Ну, то есть это же прикольно, когда ты заезжаешь, паркуешься. Красота. Ха-ха-ха, больше не отдельный. Теперь ты его делишь с еще одним соседом. Прикиньте, а если еще и сосед мудак? Красота. Ребят, пишите в комментах, у кого была проблема с соседом мудаком. Кто те люди, которые от такого пострадали? Так, давайте, может быть, мы немножечко... Да, вот так вот. Сократим. Я не говорю, чтобы прям писать случаи, которые с вами случались, потому что, ну, знаете, как там говорится, что если у вас нету соседа-мудака, возможно, это вы, человек-сосед. Никого не хочу оскорбить, но зачастую мы иногда, когда жалуемся на тех, кто рядом с нами живет, можем не замечать то, как мы им иногда мешаем, но это уже другое дело. Есть же и вполне адекватные люди, правильно? Так, мы дошли до конечной поезда, я только сейчас это увидел, он там остановился, развернулся, давай, хайвей, остановился, развернулся и поехал в обратную сторону. Так, хайвей нам нужен куда и зачем? Зеленые справляются. Плохо, конечно, но справляются. Знаете, что нам нужно? Нам нужен хайвей... Это максимально тупое, но они тогда не будут стоять возле ЖД, они тогда будут просто все разъезжаться домой. По-моему, это будет просто офигенное решение. А розовые будут ехать сюда. Вот так вот даже сделаем. Чтобы розовые ехали сюда, в этот торговый центр, тоже без того, чтобы они стояли на ЖД. Две тысячи людей развезли, неплохо. Офигеть, на синих там насели внизу. Смотрите, два огромнейших торговых центра, и оба забиты, и оба прям дымятся. И... Они еле успевают разгребать. Зеленые твари забили мне все. Ну, в смысле твари, они тоже развозят как могут. Вот этот синий нас сейчас убьет, к сожалению. Блин. С зеленым мы решили проблему, а с синим нет. Синий нас сейчас доконает, потому что туда неудобно. Сюда мост перекрестный делать нельзя. Ну тогда забей. Синие вот тут создали просто гигантскую пробку.
Короче, да, у нас игра заканчивается в тот момент, когда начинается пробка на хайвее. Вот она началась, и все. Ну, смотрите, опять же, как и в прошлой катке, у нас закипает сразу же 5-6 разных торговых центров. Это значит, что, ну, это уже просто все. Я не знаю, что сейчас нужно было сделать, насколько это все нужно было сделать лучше, чтобы оно все моментально работало и моментально это. Просто игра такая решает. Ну все, все, ты уже поиграл, иди отдохни. Еще один моторвей, спасибо. Лопнул вообще... Нет, лопнул как раз вот этот. Хорошо. 2245 человек, однако. Это прям прикольно. Это прям прикольно. Значит, ачивка есть еще и на 2000. Челленджи открылись. Из чего же сделаны мечты? Подождите, а для челленджа надо 2000 людей зависеть? Ух ты. Нет, не буду я челленджи сейчас делать. Спасибо большое. В следующий раз пойдем в Дар-эс-Салам. И что у нас там будет в деликах. А пока что... Ну, ребятушки, на этом все. Будем с вами заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.